Добрый день! Сегодня мы с вами прогуляемся по Лондону и посмотрим, как живет город. Сейчас среда, 12 часов дня. Это Regent Street, пришла кафе Regency Cafe. Кафе, где ты всегда завтракаешь. Вот посмотри на район, люди живут, видишь, нормальной жизнью, никаких масок, ничего. Кафе открыто. Вот я сейчас подойду, просто тех сниму в середине. Regency Cafe. Это британское кафе в стиле арт-деко на Regency Street в Лондоне. Впервые был открыт в 1946 году и несколько раз использовался в качестве места для съемок. Все столики заняты, людей, как видишь, много. Идем дальше в сторону парламента, Биг Бена, туда. Сейчас тебе сниму. Потом Ковент Гарден и Сохо, наверное, самые такие популярные места. Вот кафе открыто, люди стоят, пьют пиво спокойно на улице. Вот два человека в пабе сидят, остальное пустое, видишь, никого нету. Ну, на улице жара 30 градусов, а так, в принципе, можно зайти. Horse Ferry Road. Это улица в Вестминстере в центре Лондона, проходящая между Милбанком и Грейкоут Плейс. Это, пожалуй, наиболее известное место, где располагается магистратский суд города Вестминстер. Повсеместное распространение сообщений в газетах о преступлениях означает, что название дороги имеет широкое признание в Великобритании. Дома, располагающиеся на этом адресе, имеют высокую стоимость продажную. Дорога получила свое название от парома, который существовал на месте нынешнего моста Ламбет. Паром принадлежал архиепископу Кентерберийскому и был важной переправой через реку Темза. Лондон живет своей жизнью, видишь, нигде никакого контроля. Ты спрашивал про наблюдающих. Вот, обыкновенные люди ходят, никаких масок, спокойно. Это я сейчас, чтобы ты понимал, вот слева от меня хоум-офис, большое здание, это я сейчас иду по улице, прям которая упирается в Темзу, вперед в парламент. Тут до Темзы осталось 50 метров. Вот кафе тебе, пожалуйста. Sorry. Прошу заметить, никаких масок, ничего. Вот книжный магазин. Вот, пожалуйста, еще кафе. Sorry. Это Пред-менеджер, видишь, популярная серия кафешек в Лондоне. Так что без проблем. Сейчас дойду до Трафальгарки, сниму тебе галерею, музей, Викторию Альберта. Ну, если будут силы, дойду. А так, в принципе, не особо. Хочу походить тебе, поснимать Ковент Гарден. Ну, короче, чтобы далеко не ходить. Все равно мне надо в арт-магазин зайти, купить... Посмотреть цены листы ватмана.
Поэтому, собственно, убивают двух зайцев, как говорится, да, и погулять хорошая погода. Потом пойду домой рисовать. Вот тебе, пожалуйста, видишь, скверик напротив, напротив офиса Барбары. Спокойно, спокойно, вон люди сидят, тусят. Напоминаю, центр Лондона. Я иду к набережной Темза. Сейчас время брейка. 12:30. Вот, пожалуйста. Так сказать, жизнь своим чередом идет. Никаких проблем. Лондон ремонтируется, все. Все у нас пучком. Сад Святого Иоанна – это бывшее кладбище, освященное в 1731 году. Вскоре оно стало переполненным, и в 1853 году его закрыли для захоронений. Сделали на его месте сад и открыли в мае 1885 года. Многие из старых надгробий были сложены по периметру, а несколько памятников оставили на месте. Пожалуйста, вот еще кафе. Hello, just have a look. Thank you. Ну, вот прелесть нашего Лондона. Ох, какой красавец. Very nice. It's yours? Yeah. Вот кафе спокойно открыто. Вот, пожалуйста, на улице. Кафе, ребята сидят, видишь? Обедничают. Так что насчет ресторанов можешь не париться вообще. Все у нас открыто, все у нас работает. Вон впереди, видишь, в церкви уличные столики выставили даже. Первый раз вижу, сколько лет я тут уж с Масиком отгуляла все. Вон люди сидят на улице, кофе, чай пьют тоже. Потрясающе совершенно. Смит-сквер. Концертный зал. На площади святого Иоанна Смита. Является церковью в центре площади. Его когда-то продали благотворительному фонду как руины после взрывов во время Второй мировой войны. Затем его восстановили как концертный зал. Справедливость для Джеронимо. Протестующие вышли на улицы Лондона против правительства. Государственная экспертиза альпаки Джеронимо обнаружила возможные доказательства туберкулеза крупного рогатого скота у него. Но сторонники и хозяйка оспаривают результаты. Власти забрали Джеронимо с его фермы недалеко от Бристоля 31 августа 2021 года и убили его после того, как он дважды дал положительный результат на болезнь. Thank you. Вот женщина любезно нам показывает. Джеронимо привезена в Англию из Новой Зеландии в августе 2017 года его хозяйкой Хелен Макдональд. Покойся с миром этой овечки. Да. Так что вот. Вот такая вот. Да, вот такая вот. Видишь, везде ее портрет. Да, да. Очень, очень жалко, конечно. Не знаю, что они под церковью, короче, все тусят. Обычно под парламентом. Вот я выхожу. Видишь, впереди уже палисадничек этот, который в парламенте. Милбэнк. Ага, вот. Место известно как место расположения крупных правительственных учреждений, штаб-квартиры Бербери, башни Милбанк и известных художественных учреждений, таких как Тейт Бриттон,
и колледж искусства и дизайна Челси. Полицейская машина с арестованными. Ну, тоже, видишь? Народу навалом. Виктория, Тауэр Гарденс, юг. Тихий парк с памятниками у реки. Вот впереди парламент. Так, вот я иду мимо парламента. Вот с левой стороны площадка, где берут интервью у всех членов парламента, зелененькая. Вот это вот уже охрана, видите, шлагбаум въезда к парламенту. Тоже полиция. Один в маске, остальные просто тусят. Так что, видите, никакого. Здесь тоже охрана. Все-таки опасаются бунтов. Слишком сильно. Пиф-паф. Видите, боятся все-таки людских бунтов. Видите, как бы нет, ну раньше тоже было дофига себе охраны, но как-то вот, как-то уж прямо очень большое количество их на один квадратный метр сейчас перекрыто все, смотрите, тройными кордонами. И с этой стороны, главное, и с той стороны дороги тоже вон заградительные барьеры стоят, видишь, по всей длине. Так, это кто у нас тут? А, это Садик Хан. Вон, в Бентли, в Роллс-Ройс садится. О, вот на какой машине едет наш Прайм. Hello. Вот я с ним поздоровалась. Да, смотри, сколько полиции. Просто за... А, вон еще митинг. А, вот что они собрались тут. Вон, прямо на этой зеленой лужайке перед Биг Беном. Ага, теперь понятно, что они тут в такой усиленной охране, чтобы их тут... Вообще, конечно, ужас, да, безоружные люди. И против них просто армия волкодавов, кругом вон члены правительства стоят, которым не подойти за километр. Я, наверное, просто хорошо выгляжу, потому меня пропустили. Вестминстерский дворец. Знаменитое здание британского парламента. Туда через дорогу, наверное, не пойду. И отсюда все видно. Свистят, орут. Что хотят, сейчас почитаем. Во. Охрана просто живой стеной стоит. Алло, премьер-министр. Оставь наших детей. Ага, это против вакцины. Шприц вон перечеркнутый. Протестующие вышли на улицы Лондона против изоляции и обязательной вакцинации. Ага, beer for freedom. Так, свобода. Так, полиция. Так, что хотят? Так, Борис лайт, people dead. Борис врет, что люди умирают. А, это вот что ты вчера говорил, что повышается смертность. Вот, пожалуйста, Борис врет. Окей, гов. Геноцидал майна. Так, правительство Великобритании устроило геноцид. Так, дальше что у нас тут? Так, government. Так, government is lying to you. Say no to the COVID vaccine, save the children. Правительство вам врет. Скажи нет
ковидной вакцине. Сохрани жизнь детей. Права человека. Вон что-то там за полицейскими. Бронзовая статуя бывшего лидера Британии Уинстона Черчилля. А, вот там даже петь начали. Я думаю, откуда музыка? Призывают людей всеми доступными способами. Вон на углу, видишь, стоит, где светофор. Вон там прям на углу колонки, вон у них по углам стоят динамики. Ой, на всех углах развешаны, смотри. Сегрегация, дискриминация. Tory can't hide the impact of Brexit. Under cloak of COVID anymore. Ой, тут передо мной тоже, только с задней стороны. Вот парламент. Биг Бен, мост Вестминстер. Налоговая служба. Так, убрать политику от спорта. Ага. Это они голосуют под. Это, по-моему, Министерство иностранных дел тут, кажется. Военный департмент. Так, это Даунинг-стрит. Намертво, намертво. Видали, какие барьеры? Ой. Да, все-таки я хорошо выгляжу, меня везде пускают. Мотоциклетная охрана. Со шлемами стоят. Музей истории английской конной гвардии. Ой.
Машины объезжают по кругу конную статую Карла I. Трафальгарская площадь, колонна Нельсона, фонтаны Индии, Национальная портретная галерея. Вот вход в Национальную галерею, теперь сделали сейчас тут. А там, где раньше был вход, там выход. Видишь, люди стоят в очереди, те, кто записались, идут мимо охраны. Видите, по времени заходят, охрана их пропускает. И вот они пошли на пульт. Там им объясняют, куда, что, как. Потом проверяют сумки и туда. Сейчас мы выходим на Лестер Сквер. Множество ресторанов, кафе, еда на вынос, доставка.
Здесь находится Горизонт казино, Empire казино. И вот мы выходим в Чайна-таун, в китайский район. Очень оживленная улица, много народу. Мы покидаем Чайна-таун, выходим на Шафтсбери-авеню. Эта улица граничит между Чайна-таун и Сохо. Через дорогу с той стороны уже Сохо. Мы туда не пойдем. По этой улице мы вернемся назад к Личестер-сквер. Мемориал Агаты Кристи. Мы поворачиваем на Сент-Мартинс-Лайн, старинная улица с театрами. Наша экскурсия закончена сегодня, прогулка по центру Лондона. Спасибо за внимание.